Милые женщины Артемовского городского округа, поздравляю вас с прекрасным праздником женственности и весеннего обновления. Закончившаяся зима сначала пугала нас концом света, а под конец отсалютовала падением метеорита. Но несмотря на все катаклизмы, весна все определеннее заявляет о себе оттепелями, ярким солнцем, звонким птичьим щебетом. Пусть и в вашей жизни на смену заботам и проблемам обязательно приходит удача и счастье, верность и преданность. Пусть вам чаще звучат искренние признания в любви, бесконечная благодарность за то, что на ваших плечах лежит забота о сохранности семейного очага, мира, уюта и душевного тепла в доме, воспитании детей. От всей души желаю вам здоровья, семейного достатка и благополучия. С праздником, дорогие, любимые, милые женщины! Дорогие женщины Артемовского городского округа, от всей души поздравляю с весенним праздником, женским днем 8 марта. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица каждый день, дарит добро, заботу и ласку. Мы желаем вам всем любви, теплоты, ясного теплого солнца, мира в ваших домах, радости и успеха в работе. Уважаемые женщины Артемовского района, поздравляю вас с наступающим международным праздником днем 8 марта. Здоровья, счастья, любви и успехов. Особое внимание и поздравления женщинам Артемовского центра занятости. Дорогие женщины, примите сердечные поздравления с прекрасным праздником днем 8 марта. Вам, дорогие женщины, по правам предназначено нести в мир любовь и добро, хранить домашний очаг и давать новую жизнь. Именно вы вдохновляете нас на смелые и благородные поступки, новые дела и свершения. Примите благодарность за тепло и поддержку, которым вы наполняете нашу жизнь. Пусть в ваших семьях всегда царит благополучие, мир и гармония. Будьте счастливы и любимы. Уважаемые женщины Артемовского городского округа, разрешите поздравить от руководства имени отдела внутренних дел и от себя лично вас с наступающим 8 марта, Международным женским днем. Пожелать вам счастья, здоровья, верных мужей, крепкого тыла, как говорится. А особенно хочу поздравить женщин отдела внутренних дел, которые в настоящее время исполняют служебные обязанности, в том числе и находятся на посту, чтобы их дожидались мужья, были послушными дети, ну и успехов во всем. С праздником! Дорогие женщины, поздравляю вас с женским праздником 8 марта. Желаю вам всем здоровья, крепкого, семейного благополучия, успехов в работе, чтоб любили вас дети, внуки и были вы любимыми всегда. Милые женщины, поздравляю вас с замечательным весенним праздником, днем 8 марта. Желаю вам, чтобы вас всегда окружала доброта, счастье и любовь. Желаю вам оставаться такими же милыми, красивыми и счастливыми. С праздником, с днем 8 марта. Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю счастья, успехов и всего самого лучшего. Дорогие женщины, дорогие девушки, матери, бабушки, девочки, от всей души поздравляю вас с наступающим днем 8 марта, с праздником весны, с праздником тепла, добра и любви. Желаю счастья и любви, они дороже всех подарков. И пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 марта. С праздником вас, милые женщины! Уважаемые женщины Артемовского городского округа, особенно те, кто занимается спортом, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам всяческих благ, самое главное – здоровья. Занимайтесь спортом, пускай ваши дети занимаются спортом и приносят славу нашему Артемовскому городскому округу. Дорогие женщины, в этот прекрасный весенний день поздравляю вас с праздником, желаю вам всего хорошего, семейного благополучия, счастья и такого же хорошего весеннего настроения. С праздником вас, дорогие женщины!